Если время как будто тянется и закрыты какие-то двери, потерпи немного. До пятницы приходи, посиди в нашем сквере. И проблемы все сразу откатятся или даже решатся, наверное. Ведь у нас музыкальная пятница, она в сквере, поэтому скверная. Для жителей и гостей нашего округа словосочетание «скверная пятница» обрела новый, даже музыкальный смысл. Каждую пятницу собираемся в театральном сквере и знакомимся с новой творческой командой. На очередном концерте в начинающих музыкантах зрители узнали любимых актеров и работников театрально-концертного центра «Щелковский театр». Для нас профессиональная деятельность – это творчество в первую очередь, потому что я актер, ребята, кто звук в театре, кто свет в театре, мы все, ну, работники творческой профессии. Поэтому мы вместо, скажем, отпуска, мы решили заняться вот этим. А именно радовать любимого зрителя кавер-версии известных рок-хитов. И все о том же с утра, щебечет канарейка, лишь у любви у нашей села батарейка. Батарейка. Наша группа отличается тем, что я уже давно не молодежь. Мне уже давно за 50. Вот. Но я хочу работать с молодежью. Такие фестивали должны обязательно проходить, дабы мы видели, во-первых, молодежь на виду всегда. Они все здесь, с нами. Музыканты шутят. Чтобы их все же пустили на молодежный фестиваль, они пригласили в группу юную исполнительницу и автора песен Рагнеду Чайку. Она не служит в Щелковском театре, но прекрасно спелась с опытными артистами ТКЦ. Кошки будут среди бела дня, полежат спокойного огня. Кошки не болтают щенки, не играют доминой шашки. В основном поем наши старые добрые русский рок, но в ближайшее время появятся авторские песни. На данный момент работаем над написанием текста и разрабатываем мелодии. На концерт пришли и те, кому еще только предстоит выйти на открытую сцену театрального сквера. Если ты не будешь приходить, то на тебя, соответственно, никто не придет. Поэтому у нас такая политика, и там же сидят наши ученики целой толпой. Мы всех заставляем обязательно посещать мероприятия. То есть обязательно надо приходить и поддерживать своих коллег. Я Роман Беглов, и встретимся здесь же 16 августа на этой площадке. А пока зрители танцуют и поют вместе с Мухой Т. Кацухой и не скрывают эмоций. Ой, настроение, во, мы поехали кататься на велосипедах, а тут музыка. Остановились, катание на сегодня задержалось. Первый полет Мухи Т. Кацухи был ярким. Музыканты подобрали репертуар с упором на старый русский рок, в котором нет ни лишней ноты, ни случайного слова. Вместе мы с тобой, родная. Каждую пятницу собираться в театрально-концертном центре «Щелковский театр» стало отличной традицией. Фестиваль «Саунд Сквер» продолжается. Выступления молодых артистов запланированы до 31 августа. Галия Вахитова, Сергей Василевский, Владислав Реус, «Щелковское телевидение».